Привет, меня зовут Виталий Сергеевич Бекасов, я главный ортодонт клиники Dental Fantasy. Я помогаю исправить эстетические и функциональные проблемы с прикусом и предупредить проблемы у детей в будущем. Работаю брекетами, элайнерами, использую аппараты для расширения челюсти, в том числе с мини-винтами. Ко мне стоит обратиться, если не нравится, как выглядит улыбка вашего ребенка, если вы заметили у ребенка неровное или скученное положение зубов, если беспокоит повышенная стираемость, или если вашему ребенку 6-7 лет, или же вы уже безуспешно который год пытаетесь носить пластинки. Я помогу определить, нужно ли вашему ребенку ортодонтическое лечение, и если не нужно, честно скажу об этом. Каждый день я принимаю в среднем 20 человек, обучаю врачей правильному ортодонтическому лечению. За 14 лет работы я опробовал съемные и несъемные аппараты, металлические, керамические брекеты, элайнеры и знаю, что лучше сработает в том или ином случае. У ребенка должно быть детство, а не бесконечные визиты к ортодонту. Записывайтесь ко мне на прием в Dental Fantasy, я решу проблемы вашего ребенка быстро, эффективно и с максимальным комфортом для моего маленького пациента.